everyone, my name is Lira Ambrosidou and I'm CEO of Property Gallery. Здравствуйте, меня зовут Лира Амбросидо, и я являюсь генеральным директором компании Property Gallery. We're proud to say that Property Gallery is Cyprus developer and we're constructing 18 years and we have around 40 projects. I'm proud to announce that we have 33 international awards. Мы на рынке уже 18 лет, у нас 33 международных награды. Мы являемся строительной и девелоперской компанией. So basically today's message is to say that we are live guys, we are building in Cyprus, we are very active, and beside the fact of today's situation, everything is under control in Cyprus. Сегодняшнее мое сообщение к вам это просто сказать, что у нас все хорошо, что мы живы, здоровы, что компания действует, что мы все в рабочем активном состоянии и ничего не остановилось. Dear investors, dear potential clients, don't be afraid. Cyprus is one of the most safe countries, and we're proud to say that we did, together with our government, we did all the actions to keep the country safe. Дорогие инвесторы, дорогие потенциальные покупатели, все, кто заинтересован, мы очень рады сообщить, что Кипр является самой благонадежной страной и вместе с правительством, которое сейчас делает максимальные усилия, чтобы обеспечить работу всей отрасли, также и мы тоже надеемся, что все это успешно разрешится. We also would like to announce that we're proceeding to construct all our the projects. We have around 10 active projects in the process, and nothing is stopped. В настоящий момент у нас 10 проектов, над которыми мы работаем, и мы пока не остановились. Also, the banking system is working pretty well, and работает очень хорошо. And all the processes of transactions, deals, registrations in land registry, and all the government authorities are working, though distantly, but working permanently. Все процессы, все компании, все муниципальные компании, которые вместе с банками, с земельным комитетом работают в должном режиме, но даже те, которые, допустим, сейчас уже перешли на дистанционный режим, они все равно работают и выполняют все свои функции, касающиеся и перевода денег, и регистрационных моментов. We know that all during all the crises, always very conservative investments, they're the most safe investments, and we can provide you all the steps of every deal to secure your investments and to secure your future profits. Да, особенно когда в период кризиса, я могу вам сказать, что мы полностью обеспечим весь механизм прохождения сделки, а для того, чтобы вы были застрахованы и поддержаны в вашем решении инвестировать деньги, и весь процесс он будет под нашим надзором. We would also like to say that during difficult times, it's very important to understand what is how to secure your money, how to secure your assets. Особенно в трудные времена мне бы хотелось сказать, что да, действительно, я понимаю, как для вас, как вам, как инвесторам, важно знать, как защищены ваши деньги, как они надежно вложены. Especially during digital world and globalization, we understand that recession is coming. В период цифрового мира и глобализации мы теперь понимаем, что наступает рецессия. As during any recessions, we do understand that the most stable investments are conservative investments, investments in foreign property. Да, и мы понимаем, что самые выгодные вложения – это все-таки инвестиционные вложения в недвижимость. So, especially having in mind that Russian economy was not growing for the last few years. Принимая во внимание тот факт, что российская экономика не показывала роста за последние несколько лет. And we expect that this year will be not that successful for the Russian economy. И мы тоже думаем, что вот этот период не будет слишком удачный для российской экономики. We see the indexes of ruble, which is falling.
falling down. Поскольку мы видим, что все показатели и рейтинги рубля, они снижаются постоянно. We do strongly advise to invest in property abroad because this can keep safe your assets and then it can provide you certain income annual and save income. Настоятельно советуем вам поэтому, чтобы сберечь свои деньги и себя уберечь от ненужных проблем, инвестировать в недвижимость за рубежом, что позволит действительно сохранить ваши деньги и, возможно, даже приумножить. And no virus, no recession, no economical crisis can reduce our sun, sea, ecology, and beautiful island. И, конечно же, очень хочется мне сказать, что никакой не вирус, никакая рецессия, никакие другие глобальные проблемы, которые могут, не дай бог, возникнуть, они никогда не повлияют на наше солнце яркое, теплое, на море, на наш прекрасный климат. And last but not the least, I would like to say that the best time to invest is 5 years ago. So if you want to consider your next 5 years investments, invest today. Да, ну и, конечно, последнее, но и не самое последнее, что я хотела бы сказать, что лучше бы вы вложились несколько лет назад, но даже если вы вложите свои деньги, инвестируете сейчас, то вы можете убедиться в том, что вы сделали правильный шаг через грядущие буквально 3-5 лет. Thank you. Спасибо большое. Dear Alexander Nazarov and partners, dear valued friends from Russia, hi from Cyprus, Paphos, Aristo headquarters. I'm Tasos Stavrou, the Group Sales and Overseas Operations General Manager, and I hope my recorded message reaches you all well in health and spirit. Unfortunately, we all have to go through a turbulence time, a time that is unprecedented due to the cascading negative effects that the coronavirus outbreak has brought in our lives. However, life doesn't stop, life endures, so has business, and so has business here in Cyprus, and specifically here in Aristo. Yes, we have been slowing down our operations following the very correct, in my opinion, measures taken by the government of Cyprus to control and minimize to the best possible extent the outbreak of this virus in Cyprus. And I'm sure that the country will manage to get out of this crisis as it has done so in the past anyway, as soon as possible. During these times, our operations remain active, mostly by working remotely and utilizing the technology that we have in our hands and that we have been planning for quite a long time, if I may say, here in Aristo. We're in a position at least to monitor and run all our operations overseas, from Moscow to China, to Dubai in the UAE, Southeast Asia and Vietnam, in Egypt, Cairo, in Greece, and any other place that Aristo Developers maintains an overseas operation and staff. Therefore, through this message, I would like to reassure all of our trusted associates and valued clientele that our operations maintain fully operational and we're at your disposal to give you any sort of support to the best of our capacity. Yes, we are also following the directives and the measurements announced by the government. For the moment, constructions and generally business has slowed down and to some sectors locked down for a while, but we assure all of you that we will do the best of our ability after this virus outbreak and strict measurements followed to catch up and commit to all our deadlines and delivery dates. Till then, I hope everybody remains healthy and safe. It's a time of we and not just I, and therefore all united, I'm certain that we will manage to survive through this crisis as well. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Козлов. Я управляющий директор и партнер в компании Admaro Properties. Мы являемся довольно крупным застройщиком
на Кипре, в частности, в регионе Лимассол. Hello, dear friends. My name is Sergey Kozlov. I'm the co-owner of the company Admara Property and the managing director of this company. And we are here in Cyprus and we deal here for a long time already. В настоящий момент мы реализуем порядка 14 проектов в Лимассоле. At the moment we are working over more than 14 projects in Limassol. Некоторые из них достаточно большие. Some of them are pretty big. И достаточно обладают новой концепцией для лимассольского рынка недвижимости. Having a very good new conception for real estate market in Cyprus. Целью данного обращения является рассказать вам о текущей ситуации на Кипре. So the aim of my speech now is to tell you the current situation in Cyprus. Вы знаете, что мы столкнулись с таким мировым вызовом, как коронавирусная инфекция. Everybody knows that now we faced such a very big and unexpected problem as a coronavirus infection. Данная ситуация классифицирована Организацией здравоохранения как пандемия, и безусловно. So this is called like pandemic by World Health Organization. Естественно, затронуты все страны Европы, в том числе не только Европы, практически всего мира, в том числе и Кипр. All the countries all over the world are suffering from that, and the Cyprus also. Мы решили рассказать, что у нас здесь происходит. So that's why we decided to tell you more in details what is going on here. Обратиться к вам, нашим потенциальным покупателям, инвесторам, к тем, кто любит Кипр, планирует какое-то время проводить здесь, может быть, проживать. And to appeal especially to our potential buyers, investors, for people who love Cyprus and who plan to live here, to come here for permanent living. И хотелось бы вас всех заверить, что ситуация не настолько плоха и не настолько опасна для кипрской экономики, and как это может показаться. I would like to say to you with my assurance that the situation is not so bad from the point of view of economy. У меня есть два основания утверждать это. Первое. So I'm basing on two bases just to prove it. First one is. Первое – это то, что рынок кипрской недвижимости переживал очень успешный период последние три года. So for the last three years, the Cyprus real estate market was very successful. На примере нашей компании могу сказать, что у нас есть средства абсолютно на достройку всех наших объектов, которые мы начали и которые мы анонсировали на рынке. Just taking an example from our company, I can say that we have enough money, financial funds, just to complete and fulfill all the obligations to our investors and to our projects we began some time ago, and now we can say that we are ready to finish them. Мы приняли решение, что даже те проекты, которые мы не выставляли пока на рынок, и где у нас нет продаж, соответственно, нет обязательств перед инвесторами, мы все равно планируем их начать и закончить полностью строительство. Even those projects, which are even off plan at the moment, anyway, so we just say that we are ready to complete them and finish them and to fulfill all our obligations to their potential buyers and investors. Не могу утверждать за все компании, но думаю, что большинство застройщиков на Кипре, абсолютное большинство, находится примерно в таком же положении, как и наша компания, то есть в финансово благополучном. I can say about all the companies, but taking in account the majority of all their successful company in Cyprus and developers as well, so I can say that
Our company, as well as many other companies in Cyprus, feel the same very successful financial situation. They have money, they have some power just to begin and to finish the project. So we are at the same situation at the moment, and so. И второе основание. Вы знаете, в Республике Кипр были приняты беспрецедентные меры по остановке инфекции. And so there, the Cyprus government took absolutely extraordinary measures just to fight their virus spreading all over the island. На самом деле, ну, очень часто даже раздаются какие-то жалобы на то, что то количество заболевших, которые имеется на Кипре, не является основанием для такой серьезной борьбы. So, and I should say that so the people who are really feel ill or sick at the moment, they are not the reason to say that this is the reason to start such extraordinary measures. Однако, мое личное мнение, что все было сделано правильно. But actually, I think that everything has been done in a correct way. И я очень надеюсь, и все мои коллеги, мы очень надеемся, что, возможно, Кипр будет одной из первых стран, которые выйдут из этого инфекционного кризиса. Me and all my colleagues, we do hope that Cyprus will be the first countries among some other European countries who will be the winners in the nearest future from this disaster. Впереди у нас сезон, который, я думаю, что очень мы надеемся, что он будет иметь место. So the new season is waiting for us, just summer is coming up, and we do hope that this season for our company, as well as for many other companies, will be very successful. Поэтому, как только будет принято официальное решение о том, что эпидемиологическая ситуация в нашей стране нормализовалась, That's why as soon as the decision from the government will be announced that their situation is more or less good for going on working here. Мы с радостью примем вас всех на нашем острове. We will be more than happy to invite you to accept you here in our island. И неважно, приедете вы для того, чтобы покупать недвижимость или просто отдохнуть. And no matter if you come here just to invest money for the into the property or just to have a rest here. Мы и все киприоты будем рады вас здесь видеть. We together with all the Cypriot people will be very happy to see you here. Надеюсь, что вам понравится. And I do hope that you will like it. Michalis Hajipanayiotou, CEO of Cybarco Development, part of the Lanidis Group, and also chairman of the Cyprus Developers Association. Cybarco Development has been in business for over 73 years now. We are the luxury property developer in Cyprus, behind some of the most prestigious and flagship projects on the island. At Cybarco, we try not just to create an apartment or an office, we try to create destinations. We want to offer our customers added value by offering them a destination project. Some of our flagship projects have been Afflight Hills or the Oval in Cyprus. And some of our newest projects that probably many of people from Russia has visited is Limassol Marina. Limassol Marina has been probably the biggest infrastructure project on the island. It has sales over 550 million in residential sales, and now we're at the latest phase
we're going to be delivering towards the end of the year, the last phase of the project, which is the apartments in the Sea Castle. We only have limited numbers of units available, both at villas, where you can have your board in front of your house, and apartments in the sea at the castle residences. The other project that we are fully involved in, and it's our new flagship product, is Trilogy Limassol Seafront. It's in Limassol. It's 3 towers. We have already launched the 3 towers, the 2 towers in front. We are almost 2 years into construction, and it's a combination of live, work, play, i.e. it has offices, residential, and many facilities for the residents. It's been selling extremely well, with sales over 160 million and construction well according to plan. And we're going to be delivering early 2022. Another project that we have in Limassol is Actea Residences, which is apartments walking distance to the beach. It's targeting a different profile of customers that are looking for apartments around 600,000 euros. And last but not least, at Agamas, we have a project, Agamas Bay Villas, which is villas on the beach next to the protected park of Agamas Peninsula, where we're talking about large villas. So our portfolio has different projects ranging from apartments and villas in the sea at Limassol Marina, high-rise offices and apartments at Trilogy, apartments walking distance to the beach close to the city centre, Actea, and lastly at Agamas Bay Villas, which is luxury villas on big plots on the sea. Cyprus now, as well as in Europe, we're having the problem with the virus, which our government has taken significant steps in order to address, and it was one of the countries that have taken drastic measures since day one. So we expect that very soon we will be able to go through this crisis and go back to normal business. We have a very strong balance sheet and strong financials. We have investors in our projects. So we feel very confident that we'll be completing our projects on time and to the specifications that we have with our customers. Our 73 years old history suggests that we always deliver on our promises. Something on the Cyprus Investment Program. This is a program where you, with the purchase of property of 2 million, you can apply for the Cyprus investment, for the Cyprus passport, which is effectively an EU passport. This is something that it's a great tool and a great opportunity for many high net worth individuals to invest in Cyprus and at the same time take benefit of this. The program is still there, and it's still, you know, somebody is still able to apply and get the Cyprus investment program. I'm very confident with the Cyprus real estate, as long as the buyer is careful and he chooses the right partner and the right developer and the right consultants to advise him on the contracts and how to set up the purchase agreement. Then there's very good opportunities and very sound investments. Thank you very much. Добрый день. Меня зовут Гаврилов Олег. Я являюсь менеджером проекта, управляющим проекта комплекса «Символ», комплекса резиденции на первой линии моря Лимассола. Hello, my name is Oleg Gavrilov, and I'm the manager of the project Symbol in Limassol. Сейчас, когда мы записываем это видео, вся Европа в огне кризиса, в огне вируса, который называется коронавирус. Today, when we are recording, during recording this video, all the Europe countries are suffering from virus, this terrible virus, coronavirus. И мой посыл сейчас к уважаемым коллегам, к уважаемым покупателям, к партнерам, к друзьям, это прежде всего быть спокойными
и преодолеть те трудности, которые у нас сейчас происходят. The aim of my speech now nowadays is just to say to my partners, to my colleagues, to my investors, to their future potential buyers, just to keep calm. We will be ready to overcome all the problems, and we will be the winners. Для нас сейчас карантин – это прежде всего забота о близких, забота о пожилых людях, забота о тех, кто вокруг нас. Nowadays the situation is, first of all, is the caring about our beloved people, our close people, our relatives, our parents and the children. Но тем не менее карантин – это не прекращение работы. But это at the same time we are not going to stop our work and our activity. Не прекращение работы над нашим проектом. And of course we are not going to stop our activity over our project. И я хочу обратиться к тем инвесторам, к тем потенциальным людям, которые смотрят на Кипр. And I would like to appeal to those investors, to those potential buyers. Несмотря на карантин, мы здесь активно работаем. We keep working all the time. Проект активно строится. So the project is actively constructed. Проект будет построен, я в этом уверен, вовремя для наших инвесторов и покупателей. And I would like to say that this project will be completed on time. Мы постоянно мониторим ситуацию, которая происходит на острове. We try to keep a control over the situation in Cyprus. И нам кажется, что несмотря на ближайшие на трудности в ближайшие 1-2 месяца. And we understand that in spite of the difficulties in the nearest 1-2 months. Интерес к Кипру никуда не денется. The interest to Cyprus will be stable and the same. Мы имеем все так же прекрасный климат. So we know we have the beautiful climate here. Прекрасную инфраструктуру. Very good infrastructure. Хорошие условия для жизни, учебы. Very good conditions for living and for education. Развитие собственного бизнеса на острове. And for development of your own business. Все это никуда не делось. So everything is the same, everything is stable. Все это в наших руках, чтобы притворить через несколько месяцев опять в жизнь все наши проекты и желания. Everything is in our hands and we are working very actively and we will try to do all our efforts just to make it to be true. Несмотря на трудности, банки на Кипре работают. In spite of all the difficulties and problems, all the banking system is working properly. Мы имеем полное финансирование, полное структурное финансирование проекта, we банковскую have, гарантию. We have the complete financing over the project. И я хочу заверить наших инвесторов, потенциальных покупателей, что их инвестиции будут в сохранности. And I would like to assure our potential investors and the buyers that all their investments will be absolutely safe. А такой проект, который строится на первой линии моря, and в 100 project, метрах, like symbol, which is going to be constructed on the waterfront, in a distance 100 meters from the sea. Такой проект обязательно сохранит деньги инвесторов в любой кризисной ситуации. I have no doubt that this project will keep their investors' money in any situation and in any problems. Желаю всем нашим партнерам, всем заинтересованным инвесторам, которые смотрят на Кипр, I wish all our partners and all interesting people who are looking to Cyprus преодолеть эту ситуацию вместе, to overcome this situation together, и быть позитивным к острову, and be positive to the island, быть позитивным к нашему проекту, be positive to our project, который будет, я уверен, уникальный архитектурный, which is going to be a unique architectural, уникальным архитектурным зданием для Лимассола, символом architectural Лимассола. Building for Limassol, symbol of Limassol. Спасибо. Thank you.
So I would like to thank you for giving us the opportunity to talk about the Cyprus, the real estate market in this phenomenal period, this huge crisis we went through. My name is George and this is Gabe. We are from Cyprus. Cyprus is a diversified conglomerate in Cyprus. We are active in four fields, real estate, land development, contracting, construction, manufacturing of all construction materials, and energy generation and supply. Lately we have expanded rapidly to having today more than 800 employees and being active in all areas around Cyprus, Greece, and Egypt. Спасибо, Гопнер, за возможность представить компанию и рассказать о нас в такое непростое время, которое сейчас сложилось. Это Джордж Крисохоз, это CEO компании Cyprus. Меня зовут Катерина, я постараюсь подробно перевести все, о чем мы будем говорить в отношении компании. Компания Cyprus уже более 30 лет на рынке работает на Кипре, и мы активно работаем в четырех направлениях. Это строительство, подрядные работы, производство строительных материалов, в частности, и недавно мы выдвинулись в энергетический сектор. В настоящее время в компании работает более 800 человек, и мы работаем на Кипре, в Греции, а также в Египте. Cyprus is the ancient times because of its location, this very unique location between three continents, has always been a target of, back in the day, of invaders, of emperors, of kings, and now for investors. We are uniquely located so that we can have all the benefits that the Asian market will bring, European market, also the African market. We have an excellent weather. We have 300 days of sunlight. We have very mild winters. We are very highly educated and hospitable people. We have a very good healthcare system, education system. So traditionally, we have been attracting investors. I understand that lately, with all this global pandemic, people are worried about how the future of Cyprus will be, the microeconomic future of the country, and how this will affect investors and other entrepreneurs who want to visit Cyprus. Cyprus traditionally, since the ancient times, the people of Cyprus have been very resilient, as well as economy. We have managed to go through the Turkish invasion and we came out stronger. We managed to go through the dot-com bubble in 2000, we came out stronger. We managed to go through the 2008 crisis, we came out stronger. 13 again, we had a huge crisis, the financial haircut. And here again, today, we are asked to handle another crisis. So, we understand that the economy is doing circles. We are very familiar with that in Cyprus. We've been through that many times, and we'll go through it again many times. So we are very confident that we will prevail again, and Cyprus will remain one of the top investing destinations in the world. Джордж говорил о том, что на Кипр исторически сложилось так, что благодаря своему географическому положению всегда находился в зоне повышенного интереса со стороны различных стран и государств. Нас пытались завоевывать с разных сторон, однако Кипр всегда оставался очень устойчивым ко всем изменениям и ко всем завоеваниям. То есть мы всегда выходили, скажем, победителями. В ситуации глобальной пандемии, которая сейчас сложилась во всем мире, мы также верим, что, по сути, как бы ситуация не поменяется, то есть мы все так же настроены позитивно, то есть для любого инвестора, скажем, Кипр являлся привлекательным местом для инвестиций благодаря тому, что здесь 365 дней в году практически солнце, здесь высокообразованные кадры, огромное количество высококвалифицированных специалистов в области юриспруденции, бухгалтерии и так далее. То есть сюда переезжают семьи, перевозят бизнесы. Намного проще вести бизнес на Кипре. Кипр прошел за свою историю много турбулентностей, скажем так. Джордж упоминал завоевание Турции, Пузырь.ком, 2008 год, кризис, 2013 год. И он убежден, что все инвесторы, которые в настоящее время и ранее вкладывались в Кипр, точно так же как мы пройдем этот кризис и вернемся на нормальные
скажем, круги функционирования, назовем это так. Любой кризис имеет свой цикл, да, соответственно, Кипр уже проходил огромное количество таких цикличных кризисов, и мы знаем, что мы довольно устойчивы к любым падениям, взлетам, и, соответственно, мы все равно видим, как сказал Джордж, победителями. So the people of Cyprus are ready to welcome and help all the investors, as I said, because we are very friendly towards the foreign investment, and especially the people of real estate, which always real estate follows the economic cycles. It's one of the mostly linked and direct industries that are affected by the economic cycles. Confidence is a huge factor in investing in real estate. But real estate will remain, no matter what, one of the safest investments someone can do. And usually it's ranked third after direct deposits and government bonds. So especially in times of turbulence like now, seeking a stable investment, which is real estate, I believe it's a unique opportunity. Given that also the interest rates are negative anywhere around the world. И с точки зрения инвестиций на Кипре, Джон говорит о том, что недвижимость является одним из самых привлекательных и надежных способов инвестиций, независимо ни от чего. То есть уверенность в инвестициях – это очень большой фактор в плане выбора направления. И, по сути, в экономическом аспекте самый безопасный вариант инвестиций – это либо прямой депозит, либо правительственные бонды, и на третьем месте стоит недвижимость. Соответственно, в настоящее время для инвесторов, которые рассматривают варианты инвестиций, недвижимость была, есть и будет самым надежным вариантом вложения денежных средств. Lately, apart from the pandemic, we have been observing a huge drop and a big price war in oil. During the time of oil crisis, we know very well that Russia's economy follows into trouble. So always people, when there is a crisis, a macroeconomic crisis, they want to resort to safe investments to protect their money. Since oil prices are also affecting the ruble, then investing in the Eurozone, especially in a friendly country like Cyprus, is it's an excellent way out for Russian wealth, for Russian investors and for Russian businessmen. Джордж говорит о том, что в макроэкономической ситуации в целом, ну, в частности, например, в России, в мире, да, в отношении падения цен на нефть, в очередной раз показало, что по сути, для любого инвестора именно безопасность инвестиций как бы очень важна. И если посмотреть, например, Россию, да, то есть инвесторы, которые, допустим, сейчас видят вот эту всю макроэкономическую ситуацию, то есть как цены на нефть влияют на состояние российского рубля, да, выбор в пользу инвестиций в безопасную, дружелюбную такую страну, как Кипр, и надежную в плане экономических показателей, это своего рода защита активов и денежных средств, которые инвесторы пытаются, собственно говоря, вложить, сделать выбор в пользу какой-то инвестиции. И, собственно говоря, инвестиции в еврозону – это один из тех вариантов, который в настоящее время самый привлекательный. Ну, плюс негативная доходность по вложению в банк, то есть это тоже важный фактор. However, closing the topic, real estate might be the safest investment to make, but not all real estate. Even within real estate investments, people who come to Cyprus should be very careful on where to invest. They should study the market well. They should study the returns. They should study which areas they have provide easy exit and easy rental returns. Or even if it's for vacation purposes, they need to make sure that they don't buy in areas where in the past they have had huge fluctuations in prices. So since real estate is a safe haven for someone's money, especially in the Eurozone, especially in Cyprus, that has
all the other benefits in tax and little bureaucracy, they should be very careful where to put their money. And excellent examples for safe investments in real estate in Cyprus are always in high residential local areas. That's where the market is the most stable. Джош говорит о том, что несмотря на то, что да, рынок недвижимости и вообще объекты недвижимости – это очень безопасный способ сохранения инвестиций и капиталовложений, для любого инвестора в том числе важно учитывать некоторые факторы. Это место, в котором находится объект, и обязательно изучать рынок в той стране, куда он инвестирует, независимо от того, какая это страна, например, еврозоны. То есть смотреть на то, какой получается возврат инвестиций, доходность, в каких районах наиболее простой и легкий выход из инвестиций, если необходимо инвестицию, допустим, будет продать позднее, да, и какие изменения цен. Даже если инвестор покупает, например, дом для себя в районах, где больше недвижимости для отдыха и для каникул, необходимо сделать аналитику рынка, то есть какие из зон наиболее подвержены изменениям цен при каких-то кризисных ситуациях. То есть эти цифры, в принципе, вся информация доступна. И несмотря на то, что еврозона в целом это очень безопасная страна, скажем, где можно вкладывать деньги в объекты недвижимости, тем не менее такую домашнюю работу о месте и потенциальных рисках нужно все равно делать. Yes, closing, I want to say that Cyprus is open for you, no matter what they do with the airports. The businesses in Cyprus are open. The people of Cyprus are welcoming you, and we will thrive again, like we did many times before. Джон хотел сказать, что Кипр все равно остается приветливой страной, несмотря на то, что аэропорты сейчас закрываются. Мы верим, что все будет нормально, и мы будем рады видеть вас снова, и все вернется на круги своя, так же, как это было много раз ранее. Спасибо огромное. Спасибо.